Ольга, две ее дочери и кот остались живы. Пожарные успели вовремя. Недавно здесь сгорели баня с гаражной пристройкой, а электрика еще и намокла при тушении пожара. Огонь перешел и на соседний дом. Прошлое воскресенье я затопила баню. Я подкинула сухие полежки и сырые полежки. Потом через какое-то время вышло, у меня полежки шают и не горят. Я подкинула еще два полежка. Через 10 минут, когда я вышла, уже на бане была вот так труба, вокруг трубы было пламя. Я побежала вызывать пожарных. Войти в дом можно через гараж, в котором хозяйка хранила уголь и дрова, зимнюю одежду и некоторые вещи. Их спасти не удалось. Вот здесь баня была, вон там дровяник сарайка сгорел тоже. Вот дверь в дом, железную дверь тоже менять надо. Предположительно, возгорание произошло из-за повреждения в печной трубе бани. Огонь разошелся по потолку и через проводку дошел до кухни в доме. Света нет, как и возможности проложить новую проводку. Ольга – инвалид третьей группы. Этот дом строил ее уже покойный отец в кредит. Приватизировать дом не успели. А вот долги теперь нужно отдавать. А тут еще и пожар принес новые траты. Примерно 1400 надо. Если вот нанимать проводку, проводить, это покупать, плитки покупать, клеить. Соцзащиту съездила, в понедельник или во вторник я была, я уже забыла. Я записала, они сказали, говорю, сколько будет, примерно, они сказали, не знаю. А потом сказали, говорят, если в дом не узаконен, то 1000-2500 в течение 30 дней. Я инвалид третьей группы, у меня пенсия 12 тысяч, дотацию на ребенка 13 тысяч получаю. Старшая дочь работает в кафе, она получает зарплату 25 тысяч. У нас доход не сильно большой, то есть мы одни не вытянем. Сейчас Ольга надеется на помощь неравнодушных жителей. Первоочередная задача – вернуть электричество. Но к зиме необходимо починить крышу пристройки и баню. Если наши телезрители желают оказать какую-либо помощь погорельцам, телефон на ваших экранах. Дарья Ярушина, Владислав Ковалев. День с толком.